комментарий по сегодняшнему матчу? Что получилось, что не получилось? Игра получилась тяжелая. Соперники друг друга знали, играли в сезоне уже 2 игры. Обсуждали, что сильные стороны, слабые стороны. Из-за этого получилась такая боевая игра. Считаю, ну, результат закономерный, 1-1. А пенальти – это лотерея. То есть забил, не забил – это уже удача. Как бы. В первенстве получился такой матч напряженный. Как, какие-то отголоски того матча при настрое были на эту игру? Ну, конечно, мы настраивались только на победу, понимали, что 2 игры в сезоне проиграть, и проиграть как бы не по делу. И, конечно, хотели взять реванш у соперника, но, опять же, забивать свой момент, я думаю, решили бы исход встречи уже, ну, без пенальти. Вы в прошлом выступали как раз за астраханскую команду. Для вас, именно для вас, какой-то был особый подтекст, выходя на поле против своей бывшей команды? Ну, конечно, хотелось доказать, что умею играть в футбол, что играл в другой команде, хотел забить. Но тут чуть не повезло, конечно. То есть, не забили, но вообще и момент был как бы такой забивать. Хотел, конечно, поиграть побольше. Несколько слов о Кубке ФНЛ. Вы наверняка следите и за другими матчами, по крайней мере, за результатами. Что думаете об этом турнире? Молодцы, что придумали такой кубок интересный. Я как бы только за, чтобы такие кубки побольше проводили. Интересные матчи, результаты непредсказуемые. Думаю, очень здорово.